ведь не мы определяем, кто герой, кто не герой. Да? Вот лидеры ополчения для части людей герои, а для части нет, антигерои. И ведь любой герой, который был в истории, правды две всегда, да? И любой герой в истории, который был, становится он героем или антигероем, показывает время. Через какое-то время он становится героем или антигероем становится. Да? И часто это на самом деле несправедливо. Часто бывает так, что антигерой становится героем. Это зависит еще и от нас, да, от людей, которые примут какие-то условия игры, да, как считать, героем или антигероем. Поэтому это время покажет, это очень трудно судить, но, наверное, очень тонко надо разбираться в политике, чтобы понимать, что там происходит. Там все так сложно, что я не уверен, что можно просто... Вообще глубоко там, не посвящая этому глубоко, да, там, не находясь там, точно, уверенно ответить на какой-то вот такой вопрос, герой это или антигерой. Я думаю, что у нас в стране, конечно, это герои, потому что мы переживаем, да, мы переживаем. Для Западной Украины это антигерои. А как история разложит, посмотрим.